Поделитесь, пожалуйста, эмоциями от игры. Хотелось бы начать с того, что поздравить обе команды за хорошую проведенную игру, за содержательный футбол. Обе команды играли бескомпромиссно и до последних минут играли на победу. Это очень радует. Как вам наш стадион, условия, как вам качество газона? Вообще, со вчерашнего дня, как мы только въехали в город Воронеж, мы очень приятны и довольны, и рады за то, что у футбольного клуба «Факел» есть такие возможности. Это великолепные возможности. Чувствуется, что мы находим в большом клубе.